Друзья, привет! Всем доброе утро! Смотрите, а еще хочу пожелать всем приятного аппетита! Смотрите, какой классный аппетит у наших хрюшек! Точат они свеклу утром, картошечку и, конечно, свой любимый попкорн. Вот дучка какая здоровая стала. Вот так вот они такие добродушные. Мы их гладим. Вот Кантемир подошел. Кантемира. Вот наш кабанчик такой крупненький. Вот немножечко мало-мало дерутся за крошку. Вот такие, друзья, наши фермерские новости. Утром праздничный день. Приезжайте к нам в гости. Так, не драться. Всем кушать и не драться. Всем дружить. Кантемир, ты прям авторитетный стал. Кабанок. Аза маленькая. Аза. Ну, естественно, вездесущая Дуся. И Фросинь. А вот она маленькая. Сонечка. Сонечка пришла. Видите, такая малышка. Бараш. Меня грызть не надо. Иди сюда. Видите, какая крошка. Вот они достаточно крупные у нас. И вот маленькие. Они все живут вместе, дружат. Ну, немного друг друга воспитывают. Дисциплинку поддерживают, конечно. А так они очень дружелюбные. Вот даже наш кабанок Кантемир. Понятно, что он еще не агрессивный. Подрастет, будет немножко показывать свой нрав. Сейчас он очень добрый. Все заняты чавканьем. Утренним чавканьем. Да, Фросинья? Так, драка, драка, драка. Дуся, ну что ж ты делаешь-то, а? Фроси, то есть. О, началось. Еда ушла почему-то куда-то в их желудке. Осталось мало, начали за нее драться уже. Мы вам еще дадим. Сено кушайте, ваше любимое. Копайте, там червячки сейчас пойдут. Да, Кантемира? Усястый. Здесь еще один красавчик. Вот такие, друзья, у нас фермерские новости. Хорошего вам настроения. Пока. А, конечно же, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Представляете, сколько интересных новостей вас еще ждет. Рассказывайте о нас своим друзьям. На самом деле, у нас все по-честному. Вот как оно и есть. Вот такие наши веселые девчонки. Друзья, пока. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Заходите на наш сайт. Хорошего вам настроения, хорошего дня. Пока.